Чего? Кто куда идет? Сейчас посмотрим. Первая, вторая пати направо. Зарик тоже направо. А сейчас с микрофоном нормально, просто уже вопрос. Да нормально все. Химура направо, Нигдейла налево. Настер, Шамаднищер направо. Остальные три хила налево. Шаманищер, а не Шаманаднищер. Блять. А, короче, этот... Ник вообще можно поменять? Ты можешь его просто вниз. А тут ты говоришь... А потом днище, и что-то я как-то сижу и думаю, что-то не то. Это как, знаешь, после дряхлой или дрявой, потом Насте говоришь, что-то тоже не дупляю. Вот, послушай, вот что-то по этой ПГП, так и не помню, по этой системе, что-то, не знаю, бля, прям аж припаивает от этого. Что ты хочешь, что ты хочешь? Ну, короче, смотри, ситуация какая. Ну, может, я в чем-то не прав, я никого не обвиняю, просто мне интересно, как это происходит, что я делаю не так. То бишь я на прошлой неделе писал слэш EPGP и был первым, да? Угу. Вот. Сейчас захожу, четверг прошел, я как бы тебе все отправил, вот на почту вот эту всю шляпу. Вот, по идее, если все отправили, вот первая тройка игроков, тогда получается я должен быть первый, потому что количество EP у нас поднялось одинаково со всеми. Меня бы выяснилось, поэтому. Короче, там она типа это. Плюс 10% ей дают. Базара ноль. Сейчас пишу, блядь, уже базука, нахуй переменяю, блядь. Хотя час назад я писал, нахуй, базука был третьим. Чё поменялось? Это все математика. Там срезается 25% ИП и ГП. Сотка ГП, она несгораемая. Типа, если у тебя сотка ГП, ты никакие вещи не брал. У тебя будет только понижаться после среза. Просто у тебя меньше, чем у базуки ИП, вот и все. Так, на той неделе было больше, а сейчас стало меньше. Ничего не изменилось. Не могло, Макс, быть. Я был всегда практически первый, Настя, там пару раз только чуть больше утонула и вырвалась в топ. Ладно, давайте, принимайте. Шама, этот, нищер, блядь, беги сюда, какого хуя ты там делаешь, блядь? Все. Иду. Извиняюсь. Кажется, там лево надо будет стопать. Нет, сейчас вроде не идет. Какая что? Вы видели, как там полетели у Христа исповедь? На танка. Не видел. Прикольно выглядело. Я точно справа, да? Да. Мужики справа, чуть-чуть притормозите, мы на 200к отстаём, ну, типа, отрежем. О, видишь, новенькие это говорят, вот, учимся. Ну, поехали, поехали. Прогнозируем. Всё, давайте, предупредите справа тоже. Ой, что-то я не следила за мной. Прыгнуть. Теперь прыгаем, аккуратно прыгаем. Чё ты ману всё слила? Кто не перепрыгнул, бегите снова. Иннер за друлю Паршама, не еще раз. Помню, короче, босс будет перекастовывать каждый раз. Вам нужно будет сориентироваться. И нельзя стоять рядом с другими плюсами. Не успел добежать немного.
Надо в куче стоять, кончевато, бля. Ой. Я посередине стоял, я побежал, но не успел. Смотрите, на дряхлый стоял в плюсе, с минусом. Я не понял. Еще нельзя близко к боссу стоять. Можно подальше стоять. Стоял со всеми, все равно помер. Ты стоял с другими. А, да? Свет у тебя поменялся, а ты стояла с минусом в плюсе. Я специально тебе метку поставила. Думаю, что это пробивает, еще мусор прохиливает. А, вот оно, я понял, все сорян. Смотри, сейчас будет снова смена полярности. Зарик сдох, не знаю. Поменяли цвет. Еще нужно стоять вместе, чтобы бафы ставить. Наведи на меня, допустим. Мышку, посмотри, у меня 10 стаков. Урон увеличен на 100%. А ты стоял где-то вдалеке от нас. Смотрю, где баф у тебя. Угу. Считаю, что делает положительный заряд, что делает отрицательный. И коничевато тоже почитай. Чтобы точно поменялись. И не надо бегать кругами. Тут дается время, чтобы пробежать и мира под боссом. Это так теряет вот эти. Почитал тебя? Да. Залети инер мини-купера, пожалуйста. Кто может. Все могут. Оформите инер, пожалуйста. Все. Оберируйте один из этого. Что-то его сложило прям в клеточку. Ты пошла? Нет. Просто та девушка ударила еще. Что? Минус и плюс и стоял, не знаю. Ладно, это, отходим от босса, падаем. Убьем, что ли? Нет. Не успеваем, я что? Отходите из-под босса, из-под ног. Он сейчас убьет всех. С другими вставай. Тотемы уберите, шаманы, кнопочки нажмите, уберите их. Убери тотем. Встаем, бежим. Никто, можешь линкануть детали смерти? Мушки-мурки уберите, его после него сложило. Он сдох. Или чё? Да у меня просто так лопнуло и всё на этом. У меня ноут, короче. Да, кошку-мурку тагил себе. Чат тыкну, я рисую. Не Дилана тоже Тадиус, но непонятно почему. Ну с них Дилана там все понятно. Цепная молния и потом это. Положительный заряд там.
А, положительный заряд увидел. Там выше. Базука, ты смотришь, ведь, а, то есть за новостями следишь? Поточнее. Слушай, ну ты же там дипломат или вообще в этой сфере вращаешься? Мне просто интересно, сейчас Россия вводит ответные санкции против дипломатов Евросоюза. Вот, и те что-то очень сильно как бы против, но они тем не менее продолжают вводить санкции против наших дипломатов. Где логика? Это сложная политическая игра. На самом деле вам вот в этом плане вообще, ну, россиянам не стоит бояться. В России есть все. Поверьте, скоро Европа сама придет и попросит есть. Войны, Макс. Ты шляпа усатая, вообще научись метки выходить, блядь, войны. Ты шляпа, блядь. Этот Авен, покидай тело. Шляпа, ты усатая, на. Да сманивайтесь. Чё? Его ноут полетел, он же сказал. А, это Авентор? Да. А ты на меня нагнать хотел? Я все уже захожу. Кто, Авентор? А, слышишь, Макс, по поводу таких тем, с Беларуси тоже за счет санкций ввели санкции на определенные товары, и мы теперь, ну, короче, не имеют права возить там, например, со стороны производителя, которые ввели санкции против нас. Машину Шкода мы теперь не можем, ни Вею там нельзя вставлять. Этот Авентор заходит или еще? Да. Авентор заходит, да. Это прием. Сосредоточьте свои глаза на боссе, который стоит вон там, где две метки. Вы видите этого босса? Сумоньте Авентора. Сука, кто не видит этого босса? Есть такие? Вот там стоят две метки. Одна синего цвета, другая красного. Видите эти метки? Так вот, босс кидает две метки. Одна синего цвета, другая красного. Видели такие метки у себя? Вот где у вас премиум, VIP, орда, вот эта красная хуйня. Есть такие квадратики у вас возле миникарты? Справа вверху. Раскройте глаза и туда посматривайте каждую секунду. Вот, когда босс будет светиться электричеством, его руки засветятся. Это значит, он 2 секунды кастует каст. И на весь рейд повешаются бафы. Либо синий, либо красный. Вот эту хуету вы должны увидеть. Вам дается 2 секунды, чтобы перебежать из синей метки в красную или из красной в синюю. Если вы с синей меткой, с бафом, вы встать должны в синюю метку, в квадрат. Если с красной, то в красную. Если вы стоите в синей и босс сдвиг полярности кастует, у вас поменялось на красную, то вы должны по прямой линии перебежать в красную. Аналогично с красной в синюю. Сука, если сейчас хоть кто-то сдохнет, 20 гп будет. Ха-ха-ха. Народ, стопайте каст. Стопайте каст, когда полярность. Не надо докастовывать. Стопаются любые касты, все стопается, блять. И это самое. И танки тоже. И чем больше людей в метке находится с одинаковым бафом, плюсом или минусом, тем больше дамага повышается у людей. У этого босса очень много хп. Его без этих бафов не убить. Все коньячки, вот там, кто новые, там, колбасы, там, дряхлые все вот эти. Смотрим, блядь, на свои ебучие бафы. Если увидели плюсик, он синего цвета, то в квадрат встали. Увидели минус, он красного цвета, встали в крестик. Все понятно, в душе. Не тупить, обязательно. Если вы сдохли, значит вы не перебежали. Настя и Бармалюга. Бармалюга, Настя, все готовы. Отчет даю. Алик, ты чё, афакашишь?
Дряхло, дело в том, что эти ошибки у нас каждый рейд приходит. Понимаю. Я-то нормально, блин, перебегал, ничего, никого нет. Так, давайте это, блядь, Химуру там не проебите, у него, блядь, хп мало. Три хила там стоит, тут Настя не проеби. Остановите, да, чуть-чуть. Правая сторона. Притормози там, Зарик, пару процентов. Так, справа стопнули. Буквально на 2 секунды, а пошли от босса. Я скажу 3, 2, 3. Быстрее, быстрее бейте теперь. Все, побежали. Не побежали. Ой, я сейчас прибегу. Пиздец, Настя, ты чё? Прыгнул, не сработало. Я просто прыгнула, понимаешь? Блин, я помню свое первое РТ. Ну, второе уже. Я тут просто бегала. Давайте, Геру. Не бегайте сбоку, я тут стою. А что это? Ваншот? Это ваншот, да. Бывает такой баг. Какой у тебя цвет там, Настя? Прекрасно, я уже пришла. Помни мне Инер. Душа. Давайте, пустите. Если я помню, то я вижу. Ничего, а что ты? Я думал, что полярность изменилась, из-за этого побежал. Ты на баф сначала посмотри, сколько раз я буду объяснять. Она может смениться, а может и не смениться. Да по-разному, может смениться, может не смениться. Можешь вообще целый бой там стоять и не измениться. Здесь бывало такое когда-то.
него тайминги сбились, кстати, по идее, на этот. Ну, если что, готовьте бамбу, бустите. Если бустить, сразу знаете. Истерия это нормально. Да убиваем. Я постоянно бегаю. Вот без берсу. Никто не подходит к боссу. Не, не сходитесь в кучу, что все умерли. Слушайте, я рыба. Спасибо. Говори. Сэр Базука, ну ты за 12 косарей нахуй вылез, смотри. Я хз, я без рекламы, да линкани в ПМ, чтобы ну, сейчас эфир не засорять. С минусом. Те, кто сдох, вставайте обычным ресом. Покинуть тело. Тут шарик стоит на второй платформе. Вы можете подняться. Дряхлый, вот обойди. Да-да. Вот. Поднимись и нажми на шарик. Опа. Ничего не тут. Вот, тоже. Подожди, тут очередь нажимаем где-то. Это нажимает. Все, блин, дойдите. Это у нас будет. Давайте, ребят, быстрее собирайтесь, а? Ой, как я этого босса не люблю, бля. Нам нужно еще хер. Чего я спекать? Лучше за рану уйти. Сразу же. Объясняй тактику, ты же у нас. Так, ну этот самый. Давай, Бармалюга, тоже спекайся. Ты? Я тоже спекнусь. Шкаф. А то там мини-купер и шаман такие слабенькие. Чтобы закрыть. Так, ты... Дайте портал, Долоран. А еще раз, можно кто спекается? Бармалюга. Понял. Так, сейчас как-то вас выселим отсюда, блядь. Вот так, наверное. Меня тоже сломались. Короче, починиться пойдут. С этими дождем ледяным это вообще требует. Хуярю, блять, фласку эту на силу выпил, блять, совет на силу хуярю, пиздец. Смотрите. Сильный получается. Угу. Сильная сова, блять. Меня тоже сомнится. Тыкните. Бармалюга, ты, короче, работай по танку. Этот самый, как он называется, щитком. Ты? По какому? Только у меня на Химуре стоит щит. Ты кто? Шаман. Ты на Химуре и работай, а Бармалюга по Нигдейлану. Нигдейлан на боссе будет. Все. Химура бегаешь, просто истерию даешь. Это. Ну и Настя там, смотри, с дюпонатором. Эти, как они называются, блять? Лучше на себя дайте. Как они, сука, называются? Частицы, блять. Чтобы это. И хильте всех.
Так, рыбу надо вам? Давай. Чуть не выкинул ее, блядь. Надо попотеть. Короче, смотрите, значит, этот самый Настя, ты, короче, поговори, покомандуй тотем плюс гимн. Ршамовский тотем, пускай с коничиевским гимном будет, а мини-куперовский гимн с бармалюговским, чтобы это было больше маны резко. Вот, и типа первый пусть там, когда половина там просядем, там, или когда мало будет, Ршама с коничиевой, а потом уже мини-купер с бармалюгов в самом конце. Ну и по хп, Настя, тоже скажешь. Если увидишь, что взлетка там и просел рейд, то коничиева первый, а второй уже мини-купер. Вот. Ну все, и хилим. Проверка и проверка. Ну вы скомандуете, когда прожать, да? Ну, Настя скажет. Все, окей, я ждем команду. Купер с шаманом, а бармалей с коничиевой, да? Наоборот. О, а что так неожиданно? А мы челика засуманили-то? А то. Вот. Ауру льда. А, вы поставили тут там, красавчики. Видите, у вас там что-то проблем. Я вас перебью. Что ж он такой жесткий? Не люблю этого босса, попасть всегда проседает меня. Я пока это, дождик у него. Сейчас воздушная фаза, нужно будет вывести, да, кстати? Все друг у порта шли. Три глыбы будет, три глыбы. Нужно будет спрятаться относительно центра за глыбой. Понятно? Делайте как все. В общем, не знаю, как вам еще объяснить. Все, запрятались, запрятались. Спешим, бежим. Нормально, это глыба я, пацаны. Посадь, да? Ну, смотри, опа, все поломался. Спасибо. Поменьше лишнего базара уберите. Когда будете в следующий раз выносить дробник, вы этот... Не надо через меня нести, через весь рейд, хорошо? И через всю мелизону не надо. Вы можете с другой стороны босса стоять, если вас бьет. А что будет? Геру можно хоть контра или что? Давайте. Илики, там есть другая бочина босса, если что. Что там, когда погибну? Давайте. Давай сейчас, Купер с кем? С шаманом сдайте. Давай, дай. Поставил. Даю. Тем временем глыбы будут кидать, вы от них главное отойдите. Спел гемон? Запрятаться, спрячемся все. Фронт из столовка есть? После этого встанешь. Задрю тебя, Бэрло. Скиньтесь по бафу, шаману. Хантер убежал. Сколько юзай там? Мам. Тебя душ заебал. Ну ё-моё, я чё я... Yeah.
Депонатор, не через мини-зону. Мини-купер, что ты здесь делаешь? На меня дождь тоже кинули. На тебя не было дождя. Если не было, была. Шангу. Я стоял под дождем. Всё, чш-чш, потом. Запрятались, хилимся. Оформите еще Коничева и Бармалюга вместе с Поти Гимн, вместе с Тотемом. Коничева, я не вижу, что ты Гимн. А, вижу. Не, просто я ждал, когда вы скажете, что темпы стоят. Ладно. Так, а по Куперу все равно, кто там может. Слез дерева оформил меня по Куперу. Все, осталось еще одну взглядку пережить. Нормально, ты че? Рэнджо. Кстати, медики, вы можете дальше бить босса, если вы отбиваете его. Да ничего, а прячемся. Но я не понял, от чего я умер вообще. Вам его надо держать. Кошка на закрывание. Шутка. Конечно, тупая. Что ты пытался делать? Убивать босса. Потом рисовать людей и этот, бежим на другого босса. А кто тактику на Келтузе не знает? Келтузан, Келтузен. Да ладно, я тут ни разу не сдох, нифига себе. Кто это? За эту штуку забирать или что? Сука, когда выпадет моя триня, блядь? Которая с МП5, что ли? Я хочу там с критом, и которая ману 900 резает. Вот. Я ходила с пугами. Её никто не брал. Я пока не сдалась. Ну, блядь. А что ключ дает? Шею. Раз 30 градусности. Раньше было 50 ГП, сейчас 25. Ключ этот хорошо, когда нету шеи с острова, РДДшнику или танку. Палу, вару. Кто тактику не знает на этого босса? Объясню. Тут у босса, ну, скажем так, две фазы. Первая фаза. Мы всей кучей бежим вон в тот кружочек. Что нельзя делать на этом, на этой фазе? Нельзя давать всякие ауешки, всякие иссушения разума и так далее. Нельзя к большому трэшу подходить. Это... Подожди, а кто может сказать? Вот у Авентора 3, допустим, перезвон и зеркальце, крит, там, 1000 сил атаки. Вот эта триня, она же обоссанная будет совсем, да? Хуже, мне кажется. Мне кажется, да, хуже. А кому она, вот допустим, уроги там, а вот уроги лучше закинуть? Ну, это... Я ему сказала МСА сделать. Типа, я не знаю, у него вторая... Перезвон это с АРП. Короче, не знаю, не слушай меня. Да даже на РМСА она, ну, залупа просто. 190 силы атаки, блядь. Это считай, что ты фласку выпил. И этот тон... Прок этот вообще не прокает, ну... За Келли я там бил, там сколько, 10 тысяч набила эта хуйня, или 5 тысяч, параша, короче. Давай дальше тогда буду говорить тактику. Вот, первая фаза, вам нужно будет бить приоритет скелетики,
Потом будет банши, и милитки бьют большого моба. Вторая фаза начинается после того, как весь трэш пропадает. Нам говорят, рассоситесь. И вы все начинаете набирать ренджу между собой 10 метров. Дело в том, что на вас будет вешаться всякая хрень, и нужно держать ренджу. Взрыв маны на вас будет вешаться. В зависимости от вашей маны, вы будете дамажить всех вокруг себя. Еще. Босс будет рандомно кидать глыбы, и если вы 25 человек все вместе стоите, это вайп. Или вы подошли к танку, танков всех заморозило, и пошло-поехало. В общем, вы поняли, что нужно держать ренджу, а еще нужно вынести на панель всякие там контролирующие билки. Допустим, циклон и так далее. Потому что босс где-то два раза за бой рандомно будет кидать 3 майнд-контроля по людям. Он будет, кстати, дамажить хилов, поэтому постарайтесь оформить сакру, сальву, боб, не знаю, что еще, по хилам тоненьким. Бежим мы, наверное, все в кружочке. Не Дейлоне. Кто готов, в кружочек становитесь. И своих петов на пассив поставьте. Так. Все забафаны. А, еще, милики, старайтесь стоять слева и справа от босса, чтобы когда глыба кинулась, она не кинулась на весь мили, на всю мили-пати. Тотем на лед тоже ставить, да? Да, поставь. Всё. Хотя у нас аура стоит. У вас много шаманов. Ну, вот, кажется, мы готовы. Сейчас поставлюсь. А, я же тоже могу готовность проводить. Войт не подтверждает готовность. А он там далеко сейчас заснул. А, не заснул. Вообще прибежит в котике. Тебе делать нечего там на полпути сел кушать. Ну а то вы с дух спулите. А я не покушал. А мы скинер скинем. Да я уже скинулся. Так, а это ты еще по тотемам так же? Ну, по мана. По тотемам разберемся тогда, когда отсюда убежим. Давайте, все в кружочек, кружочек, все медленно, в кружочек. Кто-то с АФК. Кто там стоит? Дипана. Побежали, побежали, побежали все. Ломби, подходи. Не купер назад, 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 все, назад. Все, молодцы. Теперь, кто не знает, я вообще убрали с панели. Да, мы прошли босса. За друга. Боже мой, как много трэша. Зачем это сделали, типа? Всех 80 метров вижу. А, ты включила Ctrl-V, да? Я Ctrl-V, мне еще... Один вопрос. АОЕ почему брать? Смотри, всякие цепухи люди кидают, и он тех... Он тот трэш начинает ходить. У меня все просто в ротации две кнопки и вихрь. Я не знаю, как это дамажить теперь. Ты не подходи к тому трэшу, ты тут хочешь солдатиков вихрем бить. У меня есть одна кнопка. За вот это вот 6-7-8 грани не выходить. Понял? Так кто говорит вообще сейчас про вихрь? Дряхлый. Да, это дряхлый, фурик. Да забей. У тебя же нет никаких ОЕшек больших. История от Войда, читаем.
хорошее слово. Этот, мобов нужно бить, солдатики, когда до круга доходят, они рейд дамажат весь. А когда банш доходит, она нас откидывает. Пока ничего не делает. Рыбу фугу готовил? Ну, опасно тебе масло на деле. Прям вообще. Ты прикинь, хреново почистил, а потом бац, тебе срок дали. И все. Противоядие есть от. Есть. Ну это если успеет, там я не помню сколько. Ну, короче, еще не будет. Симпсон смотрела, а там говорят нету. Это старый сериал. Да есть, конечно. Тут мужичок идет. Там... Какие-то элементы кожи выделяют, типа, и нужно очистить кожу так, чтобы не касаться. Ну, тут, короче, пару поправок, блять. Вот смотрите, вот что вы рассказывали, это все хуйня, короче. Самое главное, чего здесь вайпаются, это контроль. Вот. Три человека будет брать контроль. Это означает, нужно стопнуть полностью всем АОЕ. Это нужно законтролить их, взять вихрь, дать стан, страх, кинуть жабу, шаманы. То есть все сделать, чтобы человек никого не убил. Первыми будут люди, которые в контроле, будут убивать хилов. Имей это в виду. Все. Да, что вы там все устали? 10 Геру. Метров. Геру. Ник, Дейлон. Вы можете петов своих подключать, чтобы бились. Контроль выдается рандомно. Может два раза упасть, а может ноль, а может 10. Да один раз сто пудов будет. Все-таки есть вероятность маленькая, что вообще не будет. Это что, диспел престолу глыбы снес? Нет. Это не DBM испугал. Выше, видите, выше я изложу. Джи, вышли с лодзю. Базука. Три базуки стоят. ГП. Х3, да? Дроли свои, ребят. Дроли эти, дефабинки, вот эти все вороты, там, блядь, коши, всю хуйню отдали. Только не хилые. Конечно, выбегай, конечно. Почему? Он же в мед... Видел? Вот зона такая красная. Нужно бежать. А тут ты там что-то кастовал? Да я на босса засмотрелся. Красивый босс, да? Ну, реалистичный такой. Как думаете, какого он левела? Каждый день жизни ты помнишь. Да вчера в подъезде вроде его видел, кстати. Похож. Ну что он говорил тебе? А серьга сегодня зол. Не видишь, вот, блядь, до Нового года, сука. Сова в контроль, блядь. Светло. Пиздец, ребята, блядь. Там кто-то сикика. Ой, что ты дерешься? Сори. Может, это контроль? Уэйд не бей. Уэйд, фу. Значит, три стула. Слез дерево, вставай. Нет, Куперу дайте, слез дерево. Может, я текстуру, что-то от черепка отойдите, бля, взорветесь.
Да, я в текстуру забежал под страхом. Слез дерева, Рика резы, тихо. Неизвестно, что мы. Рика резы, слез дерева. Ебать. Я опять контроль, а не песня. Контроль тесовую, я вас захуярю всех. В смысле сопротивление? Ты что, в ПВП-шмоте? Нет. Хитись. Есть шанс, что этот дрейд могут упасть в контроль. Зачем мне закрыл? А, все же. А за диспетчер меня попросили? Ставлю. А ты что, ты же в своем истинном облике была. Кошка в кошке. Ага, ну, не могу в естественном облике бить. У меня же лапка. Да. Не зря за 2 кубка куплю эту штуку. Косты сбивать, там не дымы пробивают, как последний. Опять да пиздец, как так-то, нахуй? Да, ребята, блядь. Ой, ты хочешь твой пустить. Три хилы сейчас подъезжают. Я уже отъехал. У меня боб был в коле. Настя хиль. И главное... Забери с меня бобов! Да, это, давай войско, давайте ДК все войско и босса бьем. Танки отдали все, и фул босса. А тоненько, как не ожидаю. Раз. Сука, маны нету, блядь. Давай, тебя убиваем. Давай. Думаю, Бога живет сейчас. На мне... Я танчу, давайте, мы сможем. Пока я танчу, не знаю. Давай. Как в прошлый раз на тоненько это сделали. Где ты умерла, Настя? Фука, я ебал, я ебал нахуй, я больше хуй нахуй, я починать пойду, конченая, сука, два. Это попал уже конченый, мне, блядь, тут тут нахуй сидит. Вот это танк. А кому он открыл это? А, ну это танковский. Блядь, корона. Сгорел. Стало. Недостойного волшебника накидка упала. Так, то ли я тупой, но это 226 шлем, я правильно понимаю, да? Нет. 213. Аллилуйя, пиздец, я не могу запомнить это все, это самый... Чё, сейчас встал быстренько, да? Я ну, лечу. Можно. Го. Сейчас разрулим, что там выпало, блядь. Нихуя. Идите меня, Баларан, маги. Заметили, СОС плащ никогда не падает, соки там, блядь, пиздец. Можно меня тоже в Даларан у меня? Рамон, я альтом ходил с пугами. Да всё это... Пиздец, у меня САКД. Я уже был КД. Или это позавчера было? Сходи на локо. Так, пуха надо на танка кому? Кто там? Авентер или пан? Надо вам? Пан надо, нет? Так, Авентер. Пана разве не такая же? А я не помню. Так, покорите, не фейс. Эх.
А это все уже, да? Так, что, салетим, да? Так, у меня СА-25, когда дашь?